перепрошую. Алло? Алло, да, меня нормально слышно? Добре, як вас звати? Андрей. Андрей. Здравствуйте. Ага. У нас тут в Кременчуге какой-то полный сюр происходит. У нас сегодня провели внеочередную сессию городского совета, на которой было принято решение, там было три вопроса. Первый вопрос за отставку президента, второй за солидарность внутри парламента и третий за отставку кабинета министров. Это была открытая сессия прямо на городской площади, собрались депутаты. Получилось так, проголосовали в стиле, ну, 235 за, но действительно проголосовали всех, кто присутствовал из депутатов. Также проголосовал наш мэр, который, ну, как считается, это товарищ Бабаев, ставленник Живаго, поэтому, ну, наверное, олигарха нашего члена партии регионов. И, ну, получилось, все приняли, народ довольный вроде как, ну, но параллельно с этим в городе задерживают активистов, разгромляют штаб помощников Евромайдана, активистов сажают на 72 часа, поэтому как-то все не сказывается одно к другому. То голосуем вроде как да с народом, голосуем за отставку президента и правительства, а с другой стороны задерживаем активистов, разгромим штабы. Причем штаб, я там скину вам видео, пришли какие-то, ну, без, не представились, разгромили штаб. Потом уже зашла милиция, сказала, что это вроде как наши люди, но переодетые в гражданское. Ну, в общем, вот так вот непонятно. Угу. Якими можуть бути події, пане Андрію, в наступні дні в Кременчузі, як ви думаєте? Що, яка атмосфера, ну, взагалі? Ну, атмосфера такого, саме напряженне було вчора, там подошло, около тисяч чоловік подошло к городскому совету, там вибили двері, но приїхав мер, я думаю, ще вчора приїхав мер, на сьогодні зробили там неочередну сесію, сьогодні проголосували, так, в принципі, народ дійсно це морально успокоїло, що, ну, у нас, хоч ми центр України, вроде такой город был всегда аполитичный довольно-таки, голосовали мы там параллельно, партия регионов и оппозиция, но народ сейчас был действительно настроен против президента, это решение принял городской совет, мэр поддержал, поэтому я не думаю, что каких-то активных действий в городе уже не будет, потому что, ну, против кого, действительно, мэр поддержал, куда, в городской совет таки нет смысла, потому что мэр вроде как с народом, этот наш городской совет вроде как с народом, просто эти вопросы с тремя активистами остаются, которые задержаны, но вроде как мэр сегодня пообещал решить этот вопрос, плюс задавалось вопрос мэру, будет ли он выполнять чрезвычайное положение, если такое ведется в стране, на территории города, на этот вопрос он не ответил, увы. Дякую. Дякую, Андрій Скутін, скайпом з Кременчуга про обстановку в цьому місці. Між іншим, мало хто знає.